Привет всем, сегодня покатушка в Измайлово. Сегодня погода интересная. Вчера был мороз, минус 5 градусов и ветер сильный, то есть все очень сильно можно было замерзнуть. А сегодня плюс 4 и дождь пошел. После всех снегов резко плюс и дождь. В общем, интересная погода. Снег плотный, сырой. Катать должно быть интересно. Сейчас тачки покажу, кто приехал сегодня. Я приехал на 6x6 сегодня и думал, буду доминировать с Антохой. С ним тоже сговорились. Но тут уже еще два 6x6 сразу нарисовалось. Котлетный 6x6 на дипутах. Еще один 6x6 на вуду китайских. На китайчиках кокос редина. Посмотрим, как поедет. Мой 6x6 на хироксах предатор. Антохин на дипутах тоже 6x6. Дальше в райд. Ванкерс на хироксах предатор. О, ничего себе. Гладиатор на дипутах. Я давно гладиаторов не видел. Какая-то котлета на китайчиках. Китайские хироксы. И вот это чудо. Ну, я вчера гонял на быстрых Перова, но сидят, сюда они тоже добрались. Но я объясню ребятам, куда надо ехать на этом, в Москве. Сейчас еще парни подъедут по всему. А вот сюда попробуй. Ну, вот сюда вдоль, да, чтобы далеко куда не ходить. Дифференциалы свободные. Ничего, едет. Необычная тачка для трофи Измайлова, но есть. Хирикс просто божественный. Едут по такому снегу. И типа тоже неплохие. Но эти просто не напрягают. Кстати, поставил Fusion 6x6, вот решил затестить. Полностью менял электронику, подкинул в другой тачке. Хочу смотреть, как будет. Fusion 6x6, Fusion поставил, и Savox получается. Работает на 74 вольта от бека Fusion. Посмотрим, как будет хватать этого Fusion Pro 2300 на 6x6, особенно летом. Интересно будет. Посмотрим. Гладиаторчик. Еще один 6x6. Короче, заебал. Ага. Прямые мосты на ванкрише испытывают проблемы. Легкий. Но Хирекс исправляет ситуацию. Это Red Cat, если мне память изменяет. Red Cat'ик на портальных мостах. На каких-то хирах. И вот еще ребята на больших колесах подтянулись. Что у тебя тут стоит за резина-то интересная какая-то? Китай, Али. Алишная китайская резина. Ну, кстати, вроде едет. Вроде едет, да. Так, потрогал, мягкая, да. Так, и гелик на огромных колесах. Также на ремне, да? Также на ремне остался. Интересно. А, кокос Китай резина застряла на ровном месте уже. Странно. Ну, может быть, конечно, и, как говорится, не справился с управлением, но факт есть факт. Ладно, давай. Давай, давай. Вот, давай через этот косогор. Во. Слышишь, Таня? О. Это новый 3X6, точнее как новый. Новый кузов 3X4 с новым Лексановым кузовком. Ну, вообще ни о чем для таких колес. Красота. Я снимаю так, чтобы вы в своих пакетах Бриджстоун не попадали в кадр. Антоха благополучно проехал. Тоже легко. Так, в паре я на кирках. Одной рукой пытаюсь рулить.
Не очень удобно, но нормально. Так, выворота хватило. Не, легко. Легко. Так, Володя на хириксах на прямых мостах Ланкаши. Легко проехал. Новенький 3x4 на огромных колесах. С оригинальным лифтом. Из коробки от Рафис. Вот на этих колесах поехал. Не, на этих колесах поехал. Офигенно. Я тут пошел. Вот это брызги, вот это брызги. Так, а что, в горку заедет? Ну, если слипер выдержит сейчас, то он очень жестко проскальзывает. Ага. Не, ну... Да, достойно. А мне прет достойно. Фильм про то, как питбули не едут по снегу в горку. Это питбули. Говорили о Пете. Продавать их надо. Какую камеру ты выключил? Ну, нет, я не выключил, я снимаю. Нет. Так, а это депутаты рядом едут. Точнее, не едут. Это хирексы. Тоже не едут. Или едут. Или 6x6. Так, ладно. Там 4 ряд на питбуле. Пытается по рыхлому снежку левее пройти. Мы тоже попытаемся. С одной стороны хотя бы. Ну ладно, Петь, не так плохо питбули. Это милые гонки? Тут всем тяжело. И Хирексам даже тяжело. Вот так сделаем, дальше пошли. Там канапка была просто, поэтому ехали. А вот это Китай баллоны, я вообще прям замечательно огромный. Видел, Петь? Какие огромные. Ну да, ну слушай, здесь огромный сегодня не играет особо. А что, сразу так нельзя было? Как? Так. Ну что, перевернется, не перевернется? Почти, почти. Нормально, съехал. Поперли. Так, винобазный гладиатор на дипах, нормально прет. У гелика на его тесной резине проблемы с натягом возникли. Ага, удивительно, но вот спорт, а спорт на чем? А, на китайчиках под Микки Томпсон, который. Китайчики под Микки Томпсон опять никуда не едут. Но родина там. И вот это вот под Хирекса тоже не едет. Или это Хирекс оригинальный? Нет. Не, вот они, китайцы, это на газах. Это на газах. Ладно, все, всем пока, я обратно. Падаю! Ну, Антоха врывает в кадре на втором 6x6. Петь пока, Петь! Если что, да.
Так, здесь очень глубокий брод теперь. Вот первый смельчак поехал. Ну а что, у него самый высокий клиренс, самые большие колеса. Поэтому надо пробовать. Вот это контент пошел. Вот это да. Вот это да. Вот это борется. Вот это было круто. Вот это да. Антоха, давай. Да нет, видушку скинь потом. Офигеть. Вот, офигеть. Поплыл, 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 поплыл. Поплыл, 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 поплыл. Офигеть. Ну 6 на 6 тоже красава. Проплыли, мы проехали. Вот сейчас а потом трубу прыгает. Трубу из той стороны. Он почти прыгнул. Я надеюсь, что это время. Он по видео меня по углу уже слепой, а вот он уже. 6 на 6 делает вещи. Антоха впереди на дипах прет. Я сзади на Хайрексах. Вообще офигенно едет. Петя объездил в объезд. Видимо, питбули не поехали никуда здесь. Не-не-не, не, пробуксовки нету, смотрел сейчас 6 на 6 пробуксует, а вот появилось. Кстати, да, а нет, вот так вот сделали, и все, ну считай без букса. Класс. Следующий, следующий, давай. Так. Ну вот эта Китай резина, должен признать, неплоха. По крайней мере, альтернатив в большом размере не так много, но едет прилично. Здесь сказала, конечно, вот чуть-чуть поддала, но с другой стороны это не 6 на 6. 4 на 4. Не-не, не рой, чуть-чуть откатись назад, дай газу. Вот, легко. Володь, давай ты в натяг попробуй. Так, Хайрекс тоже предатор. Посмотрим. 4 на 4 как пойдет. Ну нет, я вижу, нормально идет. Вот там кочка. Правее попробуй, да, плавно. Володя борется. Володя борется. Ладно, откатись чуть-чуть больше газа дай, Володь. Okay. Не, не так сильно откатись, прям чуть-чуть надо было, сантиметра два назад и все. Ну, а так заедет, приходит. Да. Гелик пробует. Не-не, либо плавнее, либо больше ходов. Сейчас там нароешь просто и вообще не проедешь. Вот. Еще, еще чуть-чуть больше разгон. Назад побольше откатить. Во-во-во-во-во-во. Хорошо. Хорошо зашел. 6 на 6 на кокос китайских вуду. Ага. Ага. Опять они сливают. Но нет, заползли. Заползли. О! Давай. Так, сейчас пробуем горку на этом монстре. Побольше, побольше разгона. Офигеть. Есть. Давай, да, давай еще разок. Антоха пробует на 6 на 6 на дипу эту горку. Не, нифига, для понимания, куда он заскочил. Здесь гора серьезная такая, вот. О, о, нифига себе, нифига себе. Четко заскочился. Подальше, подальше отъезжай, Гор. Вот прям побольше разгон возьми. Ну, почти. Да нормально. Плавнее, плавнее зарываешься. Прям максимально плавно.
надо комментарий оставить. Снимаем отмазу для, для жены Арсена, чтобы она думала, что он катается. Я не на пятках, да. Что он реально на речке. Тону, бля. Вот он, вот его гелик. Сегодня воскресенье, 20. Давай влазить, слышишь? Какой-то там март. Влазь, давай, все, она ушла. Так, знаешь. Ну все, финишировали на конечной точке длинного маршрута в Измайлово. Так называемая кругосветка. Все целы, ну почти целы. Арсен у нас выбыл, сломалась тяга переднего моста. Ну вот, 4 тачки доехало без проблем. Шикарный катулик. Погодные условия кошмарные. Всю дорогу часа 3 бил дождь. Снега полно. Ну да, це был. Кирпич себя классно показали. Вот это китайское подтверждение на себя тоже классно показало. Питбули сегодня слились по полной программе. Ну, может быть, они мелкие, может быть, давления слишком много. Паша на колеса нормально ехали. Вопросов не было. Фьюжн 6x6 офигенно. Ей всего пока хватает. И батарейку экономит очень сильно. Потратил сегодня пока только 2600 и 2200 аккумуляторов. Все окей.